Расскажите вкратце, какую идею вы реализуете? Место, где можно реально прям круто и интересно с пользой провести время для каждого подростка, который захочет. То есть там будут разные места, то есть какие-то отдельные зоны, то есть там можно потанцевать, нарисовать, сделать домашку, почитать, поиграть в игры, то есть по увлечениям. То есть туда может прийти абсолютно любой подросток от 10 до 16 лет. И хорошо провести свое свободное время. Да. Еще там можно будет снимать стресс, то есть как-то отдыхать, ходить на улицу, заводить на утро. Какую идею вы развиваете в этом проекте? Мы хотим создать приложение, в котором будет такая информация, как дойти, куда дойти. Вот сейчас мальчики там рисуют. Они в начале анкета, которую должен заполнить человек, должен заполнить какое у него имя, что он любит. Возможно, кафе, рестораны, или, возможно, не знаю, японскую кухню. После этого он сам будет, предложение будет само предлагать вам то, что вам нравится. Или вы сами ее сможете найти. Это. Расскажите, какой проект вы развиваете? Кастомизация. Что это значит? Разрабатывание индивидуальной одежды для каждого человека. То есть каждому, свое индивидуальное, чтобы такого не повторялось. А откуда это пришло к вам, такая идея? Ну, это как-то спонтанно, наверное, получилось. Потому что люди нуждаются в этом, мне кажется. Софья, есть что добавить? В ходе опросов многие люди говорят то, что хотели бы с индивидуальной одеждой как-то выделяться. Ну, из-за этого хотим решить эту проблему. Какое решение вы развиваете в этом проекте? Какой ваш проект? Наш проект – сервис добрых дел. И мы решаем проблему незащищенного населения. О том, что они недееспособные люди, например, инвалиды. Мы будем им помогать, и это, в принципе, решение проблемы незащищенного населения. Ну, это решение проблемы незащищенного населения, а для подростков мы также сделаем краудсорсинг, то есть они будут искать себе занятия на выходные или свободное время, так и зачастую у тебя много свободного времени, и ты не знаешь, что тебе делать. Это также решение проблемы свободного времени, наличия и ничего делать. Вот.